Всем привет, с вами Леонид Бугаев, и в сегодняшнем уроке мы с вами поговорим про важность утренних ритуалов. У меня на часах 8:30, только что я отвел своего сына Александра Леонидовича в детский сад, и мы с ним устроили нашу любимую традиционную сценку прощания. Он протягивает руки, обнимает меня, говорит, как он меня сильно любит, целует в нос. Я его обнимаю, целую, и мы с ним прощаемся относительно ненадолго, до 12:30, когда я его забираю обратно. И это ежедневный ритуал, вы не поверите, который нам очень нравится, потому что мы таким образом показываем друг другу, насколько важны наши отношения. И еще несколько лет назад я бы этого очень страшно стеснялся. Ну, потому что на показ, потому что кажется, что сейчас подсмотрят, сожмут губы и будут недовольно смотреть. Ну и черт бы с ним. Спросите себя, как вы реагируете на самых близких и самых нужных вам людей, которые каждое утро встречаются вам на вашем жизненном пути. Как вы это делаете? Скорее всего, вы экономите энергию. Вы делаете это, ускорившись. Привет, привет, как дела? И все, в общем-то. Постарайтесь разбить эту сложившуюся традицию и изменить эту ситуацию как можно скорее. Радуйтесь людям, улыбайтесь им, говорите им «Привет, я так рад тебя видеть». Я так долго тебя не видел. И, возможно, обнимашки – это следующий уровень мастерства, который будет у вас. Конечно же, у вас будет сначала сопротивление, потому что ну как же так? Но когда вы научитесь это делать, в вашей жизни появятся дополнительные эмоции, дополнительный уровень яркости как вверх, так и вниз. И это очень важно. Ну а если вы замкнутый и сейчас не понимаете вообще, черт возьми, как это работает, приходите, пожалуйста, на максимальную эффективность. В Max Effect максимальной эффективности, в курсе, который стартует очень скоро, это весной, мы начинаем с того, что спрашиваем себя, каким образом мы хотим изменить наше окружение, но в первую очередь не потерять тех людей, которые нам очень важны. И с этого начинается, наверное, самый главный разворот, который я могу вам дать. Понять, что те люди, которых вы любите, сжав зубы, на самом деле им нужна всего лишь дополнительная доза обнимашек, которые вы в том числе можете дать. Я очень хочу, чтобы это случилось, чтобы это внедрилось в вашу жизнь. Не останавливайтесь на достигнутом, улыбайтесь, делайте это каждый день и увидимся снова.